Так, заходим. Заходим, строимся. Вокруг стола. Быстрее. Положи. Так, Евгений, ко мне сюда. Так, судя по вашему соратнику, спортсмену, фигуру, исполнилось 7 лет. Я тебя поздравляю, ты тебе уж передал 79 мячки, я с мамой сейчас переговорю. О, подарок на рождение, видишь такой, да? Сразу тебе говорю. Так. Ты защищал женщин и помогал всем. Молодец, давай, Егор. И я тебе желаю... В лицо, смотри. Тут ты защищал Россию. Россию. Всю нашу планету и всю Европу, и всю Россию. Слушайте, маму и папу, ты никогда не болел. Илья, что пожелаешь? Я не могу. Тихо. Тихо! Чтобы он летал, чтобы он решал заселение твоего. Отлично. Франкенштейн, бай, пожелай кем-нибудь. Егор, я не желаю, чтобы... Давай, Алис, пожелай. Я желаю, чтобы тебе занимали первое место, чтобы ты сам получал медали, получал награду, и чтобы ты был очень здоровый, и у тебя было много-много машин. Молодец. Так, что, Романыч, давай. Я желаю тебе, чтобы у тебя был скейтборд. Скейтборд. А автомат? И автомат? Да. Для чего? Чтобы стоять. В кого? Сразу же ты уже. Не надо делить американцев. Все любят, понимаешь, команды. Автомат нужен, чтобы защищаться от плохих людей. Американцы тоже бывают хорошие. Ладно, тихо. Чтобы не хулиганил. Молодец! Так, ну я тебя пожелаю. Я тебе уже поздравил, ты 79 девочки идешь. Следующая цель, чтобы ты 79 основной перешел. Ну, чтобы ты туда перешел, надо больше стараться трудиться сам.